Ментальное здоровье. Такой проект заработает в Чувашии с 1 сентября. Он направлен на раннее выявление аутических расстройств у детей. Программа работает в Приволжском федеральном округе второй год. В Чувашии уже создана система выявления таких заболеваний. Теперь пришла очередь реализации следующего этапа. Все детали сегодня обсудили глава Чувашии Олег Николаев и помощник полпреда президента России в ПФО Владимир Колчин. Проект «Ментальное здоровье» получил президентский грант, сумма финансирования 3 миллиона рублей. Сейчас Нижегородский медицинский университет разрабатывает учебные программы. Задействованы междисциплинарные отрасли – педиатрия, психиатрия, логопедия и дефектология. В педагогическом вузе будут готовить преподавателей школ и тьюторов. Глава Чувашии подчеркнул, что этот проект он будет курировать лично.